Успешные действия армии в Джобаре в районе колледжа вынудили боевиков перегруппироваться и стянуть к нему значительную часть своих сил. И уже на следующий день войска получают задачу нанести удар с другого направления. Им предстоит обойти ошеломленного поражением противника, провести рейд в глубину его обороны и высадить десант для того, чтобы создать условия к рассечению группировки боевиков на части. Экипажи собираются на инструктаж, а машины терпеливо ждут их. В небе постоянно слышится гул авиации, наносящий удары по скоплениям боевиков. Пехотинцы занимают места в боевых машинах. Самые лучшие ребята. За Сирию. Победы с Божьей помощью. Начинается выдвижение на исходные позиции. По пути к колонне присоединяются машины с разных направлений. Передний край. Бойцы наблюдают за противником и выявляют его огневые точки. Предупреди перед выстрелом. Артиллерия в это время наносит отвлекающий удар на другом фланге, имитируя артподготовку к атаке.
Шилка занимает свою позицию. Ей предстоит прикрывать колонну вместе с сосредоточением. Шилка не задействует всю свою огневую мощь, используя лишь один ствол. Для подавления огневых точек боевиков сегодня этого достаточно. Одна за другой машины выходят на исходную позицию. Задача танков сегодня – сопровождать и прикрыть пехоту, не дав боевикам нанести ей потери. Пока колонна готовится к выходу, Шилка работает, не переставая, уничтожая все обнаружившие себя и возможные позиции боевиков. Рейд предстоит опасный, и замыкающим в колонии идет эвакуатор. Наконец, звучит команда вперед. Конечно, поднятая пыль демаскирует колонну, но сейчас это не важно. Боевики уже не успеют перебросить силы для отражения рейда.
Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс, Сирия.